Привет, мои любимые ребята! Сегодня мы зашли к котикам, к Тому, Ванечке и Боре. И посмотрите, ребята, сегодня у нашего Ванечки день рождения. Он получил 7-й уровень и даже подрос. Посмотрите на нашего повзрослевшего Ваню. Какие классные у нас котики, да? И такие нетерпеливые, так уж им хочется в туалет. Всем троим котикам. Ну что же, давайте-ка им поможем. И будем с ними классно сегодня проводить время. Вот так, сразу смотрите, как обрадовались наши котята. Они такие классные. Давайте-ка закроем дверки. Нет, они хотят нас видеть, да? Ой, ребята, какие они классные. И какие они грязные. Ух ты! Наш Ванечка снова получил новый уровень. Вот это да! Не зря у него сегодня классное настроение. И открываются новые украшения для твоей комнаты, Ванечка. Так, ну что же, ребятки, надо нашим котикам, наверное, принять душ, да? Такие вкусняшки им хочется классные, хэллоуинские. Но уже Хэллоуин прошел, и мы будем кушать обычную еду. Поэтому давайте-ка покупаемся и скоро-скоро сходим к вам на кухню. Я думаю, что у вас там много-много еды есть. Да? Они любители покушать, поэтому запасаются большим-большим количеством еды. Так, ну что, где тут наши котята? Давай-ка, Боренька, тебя найдем в пене. Вот наш Боря. Привет, Боря! А теперь где же наш Ванечка? А вот и Ваня, а также котик Том, хочу тебя увидеть. Ух ты, какой классный у нас Том-дракон в гипнотических очках, да, ребятки, такой классный. Поставьте лайки нашим котикам, чтобы у них поднялось настроение. Так, ребятки, кажется, очень хочется им покушать. И даже спать они хотят. Надо для этого срочно купить зелье энергии нашим котикам. И посмотрите, у них пустые столы, да? Только тут что-то наш Ваня прикупил себе зелий куча. Ну, так нечестно, Ваня. Давай-ка пойдем в магазин. Да? Котик-дракон идет в магазин. А также наш Ванечка. Можно было, конечно, зелье ему дать, но хочется побольше заполнить столики нашим котикам. Так, Боренька, и тебя тоже сейчас будем кормить. Так, что же нам самое вкусное для котиков купить? Так, Ванечка, хотела тебя пиццей угостить, но закрыто, да, и у Вани, и у Бори, зато открыты магазины с вот этими супер вкусностями. Так, ну а котику Тому повезло, он уже взрослый, ему можно съесть много-много больших бутербродов, тем более, что он обожает побольше покушать. Так, картофель фри. Нет, Томик, ты что-то сильно много берешь такого вредного. Посмотрите, полная корзина вредной еды. Что еще, тортиков хочешь? Нет, котик Том, пошли, наверное, тебе хватит такой еды, давай-ка купим что-то полезное. Вот, например, хлопья с молоком, очень полезная еда, и йогурт. И еще давай-ка поищем, вот, фруктов побольше наберем нашему котику Тому, потому что ему поправляться нельзя, ведь надо же будет на свидание с кошечкой Анжелой идти, и надо быть красивым. Так, ну, а вот наши малыши хотят чего-то необычненького. Давай-ка возьмем вот эту тыковку нашему Ванечке. И вот такой тыквенный напиточек еще и Боря. И Томик захотел за компанию. Давайте, ребята, возьмем и Томику тоже такой напиток. Зелье. Хэллоуинское зелье. Ну и хватит вам на сегодня. Так, а теперь, Ванечка, давай закупаемся для тебя продуктами. Так, ведь надо расти нашему маленькому котику, чтобы поскорее догнать котика Тома или хотя бы Борю догнать. Давай-ка, Боря, и тебе возьмем вот хлопья, бутербродик, тарелочку с ягодками, вафельки с шоколадами, сливками. Вау, как это вкусно! Ребята, кто хотел бы такую же корзинку, как у наших котиков? Чья корзинка вам больше нравится? Ванина, Борина или самая-самая классная котика Тома, в которой много бутербродов, пиццы и картофеля фри. Так, ну что, Боря, ты сильно много набрал? Давайте-ка Ване еще возьмем что-то. Так, Ванечка, давай-ка тебе тоже хлопья.
и ягодки вот такие. Ну что, ребятки, давайте кормить наших котиков. Единственное, что мы забыли им купить зелье. Давайте-ка всем купим по одному зелью энергии. Аж 3 бриллиантика стоит, жалко. Ну ничего, я хочу видеть наших котиков веселыми и интересными, да? Так, ну голодными вы сейчас точно не будете, давайте-ка покушаем. Так, любимая еда наших котиков. Так, Томик, ты хотел бутербродов побольше, давай-ка найдем твою картошку фри, вот с удовольствием скушает Томик. И, ребятки, наш Боренька тоже подрос. Что там, Боря, у тебя 15-й уровень? Классно, классно, классно. Постепенно растут наши котики. Так, поэтому нам надо покушать. Мне не нравится, что вы зеваете. Давай-ка, Ванечка, вот выпей зелье. Так, Боренька. И, кажется, они сейчас будут улыбаться. Посмотрите, Ваня и Боря такой довольны. А вот котик Том, давай-ка и тебя развеселим. И все вместе втроем выпьем вот этот тыквенный напиточек. Напиток превращения, да, или зелье превращения. В кого же превратится наш котик Том? Ребята, ожидаем превращения. Ух ты, какой летчик-художник наш Томик. Забавное зелье. Так, Ваня рот открыл, ждет, что же произойдет с нашим Ваней. Ребятки, очень-очень интересно. Ух ты, Ваня стал драконом в шляпе. И снова получил новый уровень. Ничего себе, Ванечка, как быстро ты растешь. Неужели сегодня будет у тебя второй день рождения? Думаю, что уже нет, да, ребятки? А хотелось бы. И, кстати, я не сказала вам, что сегодня наши котики будут собираться на концерт. Концерт – это очень-очень здорово, классно, прикольно. И придется нарядиться нашим котам. Да, Томик? Он уже подобрал для себя прикольный наряд. Итак, смотрим. Вот наш Боря. Ой, Боря, по-моему, сегодня самый красивый, да, получился? У Бори самое удачное зелье превращения. А как вам, ребята, кто больше понравился? Чье превращение самое-самое эффектное? По-моему, у Бори самое классное. Так, ну что же, Боря наелся. А вот наш котик Том и Ванечка еще голодны. Поэтому даем нашему Ване покушать. Ой, Боренька тоже хочет кушать. Вот это да. Так, ну что, Томик, почти наелся. Давай самое вкусное выберем для тебя. Наверное, это тортик с клубничкой. Так, а Ванечке самое вкусное это, наверное, даже не знаю, что же тебе тут. Давай киви. Вот, киви вкуснятина. И еще инжирчик нашему Бореньке. Так, Томик недоволен. Почему недоволен Томик? Вы знаете, ребята? Наверное, потому что он сегодня новый уровень не получил. Ну ничего, Томик, не расстраивайся, все будет классно. Тем более, что вы пойдете сейчас на концерт и получите массу удовольствия от выступления вашей любимой группы. Ванечка, Боря, вы что? Давайте идем к вам в гостиную. Так, ну что, наши красавцы, как вы выглядите? Просто обалденно, да? Ой, тыковки у вас крутые такие, классные. Ребята, а ваши котики уже открывали тыковки? Вот эти развивали? И что вам там попадалось? Классная игра с тыквами. Ну что, ребятки, так, у наших котиков тут нужно сделать ежедневное задание. Но это мы сделаем попозже, нам сейчас надо нарядиться, да? Если успеем, потому что уже скоро-скоро начнется концерт. Так, ну давайте-ка наряжаемся. Ну, а ежедневное задание, если что, выполните уже и после концерта. Итак, давайте-ка начнем с нашего котика Тома. Он самый первый выбрал для себя наряд. И его наряд сегодня будет такой классный, настоящий мужской прикид. Вот такой костюм плохого парня, хотя наш котик Том, как вы знаете, совсем неплохой парень, но ему очень нравится этот наряд. И теперь давай-ка шубку. Или шерстку, потому что дракон как-то не очень подходит. Давай-ка что-то, шерсть какую-то выберем. Я даже не знаю, какую котик Том выбрал. Сейчас он нам покажет. Томик,
очень красивые шерстки. Хотелось бы, чтобы у кошечки Анжелы тоже было такое же большое разнообразие выбора шерсти. Так, ну вот Том определился и выбрал шерсть-камуфляж. Прикольно. Томик, давай снимем очки, а шерстку так и не одели. Давай возвращаем шерстку вот эту. Так, такой наш военный сегодня котик Том, да? Потому что он идет на выступление своей любимой рок-группы. Ну, теперь давайте-ка к Ванечке посмотрим, что у нашего Ванюшки интересного есть. И что же он подобрал для концерта. Ваня, неужели ты сегодня будешь самым крутым? Мне кажется, я знаю, он выбрал самый ослепительный наряд вот этот. О, да, действительно, наш Ваня хочет быть, показаться самым крутым котиком на концерте, да? Давай-ка оденем тебе, вернее, не оденем, а вот такую черную шерстку сделаем для нашего Ванечки. А теперь переходим, Боря, к тебе. Что же выбрал наш Борис? А это у него будет костюм с дроидом. Вот такой суперсовременный наряд. Да, единственное, что котик Томик, ты слишком уж так раздетый, да? Но я думаю, что курточка у тебя есть тепленькая, чтобы не замерзнуть. Ну и теперь давай-ка шерсть нашему Боре. Какой ты сегодня будешь наш Боренька? Ребятки, очень-очень интересно посмотреть на Борю. Так, и он выбрал вот такую сиамскую шерсть. Просто отлично. Классно смотрятся наши котики. И теперь настала очередь подобрать цвет глазок. Так, наш Томик сейчас выберет вот такие глаза. Ух, ты такой весь какой-то сегодня зеленоватый. А наш прикольный маленький Ваня с осьминогом на голове выбрал оранжевые глазки. Ну, отлично. И теперь Борис выбирает глазки для своего наряда. Наверное, зеленые давай выберем. Или голубенькие. О, голубенькие глазки давай-ка. Пойдут отлично. Ну и теперь головной убор, и можно собираться на концерт. Так, головной убор для наших котиков. Томик. Мне кажется, он выберет какую-то необычную шляпку. И это точно, он выбрал вот такой шлем ветерана. Прям настоящий солдатский котик Том сегодня, да? И шляпка для нашего Боря, для нашего Ванечки даже. Так, для Ванечки сегодня будет не шляпка, а вот такая прическа. Такой крутой наш Ванюша. И прическа или шляпка для Бори. И выбрал он вот такой зеленый эрокез. Такой модный сегодня наш Боря. Ну, вообще, котики сегодня очень модные. И даже очки подобрали. Так, очки у Бореньки. Вот такие прям у него сегодня такой, знаете, цвет сине-зеленый в его одежде. И красно-оранжево-белый у нашего Ванечки. Давай-ка очки подберем какие-то тебе, ну, крутые, наверное. Эти крутые, но мы возьмем такие модные. Вот такие классные очки. Очень-очень дорого смотрится наш Ванечка. Так, и теперь, котик Том, давай-ка выбираем тебе очки и отправляемся на концерт, который ждали очень-очень наши котики. Так, и мы сейчас посмотрим на наших красавцев и обязательно поставим лайк нашим котикам. Если кто-то вам очень-очень понравился, напишите в комментариях. Ну что же, ребятки, вот наши котики. Томик. Томик, это Ванечка. И Боря. Ну что же, ребятки, сейчас будем прощаться с нашими котиками. Я очень рада, что они сейчас идут на концерт. Классно нарядились. Ну а сейчас всем пока. И котики, и ребятки, вам тоже пока-пока.